Всем привет, друзья! Это мое первое видео на этом канале. И я надеюсь, оно получится хорошим. Ого! All right, Joey. I'm here. Let's see if we can find what you wanted me to see. Это я говорю, получается. Что это еще за новая цель? Раскрыть секрет Джоуи. Подсказка. Обыскать мастерскую. Ну хорошо. Выход. Без Х написано. Фу, что это за чернила? Я в эту игру играю первый раз. Она популярная. Я смотрел даже про нее ролики всякие. Но ни разу еще не играл. Что это подсвечивается? Ого. Вот и сам Бенди. Ну, не сам Бенди, а картонная скульптура, что ли. Тут ихние рабочие столы. Итак, и мы играем за какого-то челика, который зашел на какой-то завод по чернилам или что это. Ну, Joy Game Studio. А, Joy Studio. А, мы зашли на какой-то завод по изготовлению мультиков. Борис какой-то. Да, это, скорее всего, завод мультиков. Но вот только мне этот завод что-то не нравится. Что это тут написано? Дверь закрыта. И все время капают какие-то чернила сверху. О, вот и Бенди маленький. Нам сказали обыскать мастерскую. О, тут свет горит. О, нельзя открыть. И тут тоже. О, какие-то ворота или это стена. Чернильная машина. Прыгнуть. О. This lift could use a few dry cells. Этому лифту не помешали бы несколько улучшения. Так, тут... О, взаимодействовать. Батарейка. О, взяли. Еще одна. А тут ничего больше взять нельзя, что ли? О, тут что-то. А если нажать? А, сюда эти батарейки вставить надо. Давай посмотрим, что ты прячешь там внизу, старый друг. Ого! Заработало! Ого! Чернильная машина! Новая цель. Включить чернильную машину? Она такая огромная. Ладно. А как ее включить? Ну, наверное, уже точно не здесь. О, что это? Шестеренка. Но ее взять нельзя. Так. Так, стоп. Дверь приоткрыта. Она же закрыта была. Что это? Странно. Ну ладно, мне без разницы. Сейчас надо главное... Ого.
Ой, какие-то страшные тут звуки. Прибавлю громкость. Итак, я, если что, играю на телефоне. Эту игру Бенди можно скачать в Play Market бесплатно. А кто тут свет выключил? Что это? Пластинка или... О! О, я ее съел. Прикольно. Ноты. А тут закрыто. Так, это какая-то головоломка интересная. Looks like they knocked out a wall or two after I left. Кажется, они Guess it took a few people to replace me. Несколько стен после того, как я ушел. Значит, вот тот, за кого мы играем, тут уже был. И пока его тут не было долгое время, они сделали ремонт. А, значит, тот, за кого я играю, тут уже был, но все забыл. Так. Туалет зачем-то закрыли. Этот завод заброшенный, но видно, тут работали много людей. Потому что зачем столько стульев и столов для одного человека? И мультики рисовать – это тоже серьезная работа. О, ворота открылись, я был прав, это ворота. Так, что тут закрыто? Мне кажется, или тут все двери закрыты? Но все равно буду проверять. У меня сейчас мурашки прошли. Это что? Ничего себе! Откуда это упало? Ладно. Так. Ого. Как заставить это работать? Молодцы. Починить чернильную машину. Низкое давление. Мне кажется, или сюда надо вставить вот эти предметы, которые указаны на рисунках. Гаечный ключ. А это что? Книга. Игрушка. А, такую картину я видел в одной комнате. И чернильную банку. Ладно, пройдем. Откуда он тут? Кто это сюда положил? Мне кажется, или тут со мной кто-то есть? О, господи, что это? О, мой бог. Джоуи, что ты делал? Внутри него ключ. О, больше не буду на это смотреть. О, дверь открыта. Чем же тут занимались? Опытами, что ли? Надо идти. Еще одна картина с Бенди. Что мне не нравится, то что тут эти картины гуляют и доски обваливаются. Тут ничего нет. Ладно, мне это не интересно. Мне надо найти все предметы. Тут закрыто, а тут о, тут открыто, но тут ничего нет, то что я бы смог взять. О, игрушка.
нельзя включать прожектор. Ладно. Игрушку я нашел. Ключ гаечный тоже. Осталось шестеренку, книгу и банку с чернилами. А, еще ноты какие-то. Я помню, эти ноты вроде бы были где-то тут. Да. Картину я взять не могу. О, вот эту пластинку могу. Наверное, она и есть, эти ноты. Ну, да. Логично. Я иду в начало. Но тут, наверное, ничего не будет. Надо идти дальше. Так, мне что-то странно. Как-то. Чернильная машина. У меня такое ощущение, что тут кто-то есть. Хотя да, тут определенно есть кто-то. О, я случайно нажал по той шестеренке. Ее, оказывается, можно было взять. А почему я не взял ее в прошлый раз? Что? Кость? Сначала опыты какие-то проводились с каким-то монстром на цепях, а теперь что? Кости. Кошмар. Опять пришел я в это место. Кажется, я начинаю понимать. Он говорил, что я раскрою твои секреты, старый друг. Ну, тот, за кого мы играем. Старый друг. Получается, у него был друг. И у его друга была вот эта как раз-таки, не знаю, организация чернильная, что ли. Но вот что-то вот странное. Почему она теперь заброшена? Вот это мне интересно. О, книги. Там была книга у... На картине, может, я могу какую-нибудь взять? О, да, я взял одну книгу. А, это звук от досок, оказывается, был. Так, это они скрипят. Значит, их можно легко выбить. Но руками я это сделать не смогу. Многие двери закрыты. И я до сих пор не нашел то, что мне нужно. Шестеренку я нашел. Соль нашел, книгу нашел. А вот банку с чернилом, которая была указана на картине, я не нашел до сих пор. Это столько для чернил. Скорее всего, тут и должны быть чернила на этих столиках. Да, на этих столиках рисовали. Ну и кто-то мог оставить чернила. О! Да, я был прав, их надо сюда ставить. Нота. Игрушка. А чернила? Осталось только чернила. Ладно, пойду быстренько поищу и вернусь. Так. Ну, вроде бы ничего такого интересного я пока что не вижу. Только те места, в которых я уже был. Это... Не из завода, а лабиринт какой-то. Может, тут будет чернильные банки?
Нет, я хожу кругами. Это сложная загадка. Может, в начале что-нибудь будет? О, что это? Посудная рука. О, я ее съел. Так. Но мне сейчас нужно чернила. А, там я не искал, точно. Так, может, тут где-нибудь будет? Вот чернильная банка. Только на ней череп нарисован. Но это не важно. Нужно быстренько пойти и поставить ее на место. Слишком долго я эту маленькую банку искал. И я был прав. Она должна была быть на столе. Так. А где же теперь этот генератор чернильной машины? Должен быть там. Да. Он должен быть там. Нет, я ошибся. И я опять заблудился. А, я, кажется, вспомнил. Так. Нет, это начало. Тут чернильная машина. А где же завод? Ну, или комната управления чернильных машин. А, вот тут, кажется. А, нет, тут я уже был. Это головоломка. Вот. Так, и осталась только чернильная банка. Вот она. Now I just need to get the ink flowing somehow. Should be a switch around here somewhere. Then I can start up the main power. Чернила течь. Восстановить чернила. Ладно, пойду восстановлю. Кажется, я видел, где можно восстановить эти чернила. Или что это? Я опять запутался. По мне сейчас мурашки прошли. Его тут не было. Происходит. Ладно, о, вентиль. Что? Фу, надо убегать отсюда. Что стало? Новая цель. Включить чернильную машину. Что за звуки? Включить чернильную машину надо. Вот чернильная машина. Надо быстро ее включить. Ну как? Она вроде и так включена. Нельзя перепрыгнуть. Делать. Это какая-то головоломка. Я долго не могу ее пройти. И хуже всего эта головоломка по деталям. Каждая деталь сложнее другой. Ну.
Так. Чернила потекли рекой. Готово. Работает. Я включу ее. Что такое? Что тут темнее стало, или мне кажется? А где чернильная машина? Я надеюсь, сейчас не будет никакого ужасного скримера. Так. И что тут дальше делать? Ну ладно, друзья, я думаю, на этом мы закончим. Продолжение обязательно будет. Я сниму продолжение. Что? Что? Что такое? Новая цель? Бежать из мастерской? Что? Что? О боже, друзья, кажется, на этом... Потом в чернила. Кошмар. Что это было? На этом мы с вами сегодня точно закончим. Давайте, друзья, пишите мне в комментариях, что мне делать дальше. Ну или напишите в комментариях, как вам понравилось. Обязательно поддержите меня подпиской и лайком. Спасибо всем, кто подписан на меня уже. На меня подписано 500 человек. Этот аккаунт был раньше моего отца, а сейчас он мой. И я снимаю на нем игры. И каждый раз игра будет все интереснее и интереснее. Я вам обещаю. И продолжение Бенди обязательно будет. Все, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну и пишите в комментариях мне свои подсказки. Кто это на меня прыгнул? Мне очень интересно. И я все комментарии под роликом прочитаю. Спасибо и всем пока!